Более 150 тысяч сладких подарков получат дети Ульяновской области в рамках акции «Дед Мороз живет в каждом из нас». Подарки в этот раз полагаются всем, нет деления ни по имущественному, ни по какому-либо еще принципу. Педагоги отмечают, что такой подход делает праздник общим и сплачивает детей. Снеговик, я почтовик, к снегу, холоду привык. Дедушке Морозу помогаю, новогоднюю почту ему доставляю. Я принес вам письмо, но это непростое письмо. Ух, ребята, действительно, письмо-то непростое. От самого губернатора Ульяновской области. Школьники и детсадовцы получат подарки в образовательных организациях. Тем, кто в сад или школу не ходит, подарок принесут родители. Забрать его можно в учреждениях социальной защиты, а получить до 14 января включительно. Я хочу сказать слова благодарности Сергею Ивановичу за такую акцию для наших детей. Это действительно как бы подарок, сюрприз. Впервые в школах, в садах раздают подарки. Естественно, у детей настроение еще больше поднялось. Вчера вот уже получили подарок дочке в садике. Дети рады, родители довольны, как говорится. По сообщению Министерства просвещения, к акции подключились спонсоры и благотворители. В школе номер 10 предстоит раздать 389 подарков. Их уже получили самые маленькие учащиеся. Последними сладости получат ученики 7-8 классов. Утренников и детских дискотек в этом году не будет. Однако это не мешает праздничному настроению. Мы все прекрасно понимаем ситуацию и, естественно, с пониманием относимся. И даже в таких моментах мы всегда находим очень много радости, как сейчас, когда вот дети получают подарки. В Министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области заверяют, что в настоящее время сформированы списки детей, кто к праздникам получит сладкие подарки. По всем вопросам относительно выдачи подарков можно обратиться на телефон единой горячей линии 8 800 350 46 46. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.